Христе, коней человека жив будет и не согрешит. Ты выйдет из крови греха, правда твоя, правда во веки слово твои истины. Я тебе все воскресенье жизни подушу, усопшего обаду, Христа поминаю, поверну на крови Саура, Христе Боже, ваше тебе слава Саура, с обезначальным твоим отцем, с пресвятым благим и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Всех святых душ от нас представшегося раба своего, преснопамятного убиенного протерия Александра, в селениях святых селит и с праведными сопричтет и нас помилует, яко была и человек. Во блаженном сиденье вечный покой, подождусь, преснопамятному убиенному протерия Александру и за твоему вечную
Иаковы, Пречистая Своя Матерь, святителя Филиппа, митрополита Московского, и живосвятых отца нашего, и архиепископа Константина Града Златоуста, преподобного Сергия Гуминарадовичского, и всех святых помилует и спасет нас, и Якова Лад, и человека любит. Здесь, конечно, есть и другой смысл, чтобы мы служили
нуждам, немощам, болезням людей, которые нас окружают, но приобретают это зрение. И я думаю, что отец Александр своей жизнью всей послужил именно тому, чтобы у нас было вот это ясное зрение, чтобы мы ясно в свете Христа видели то, что происходит вокруг нас. Чтобы мы не забывали всегда молиться о том, чтобы мы видели и реагировали, отвечали на все события, которые вокруг нас происходят, отвечали так, как хотел бы Христос, как Он хотел, не забывали об этом, не забывали спрашивать Его, Господи, как это, как мне сказать. Очень часто мы реагируем по-человечески, казалось бы, очевидно, правильно, ясно, так и так, все. И тем не менее, важно всегда спросить, чтобы не было такого упрека, который иногда в местном зрении звучит, а не сделай так, а Господа не упроси. Вот попрошать его. И отец Александр в этом отношении дает потрясающий пример своей проницательности, своей удивительной мудрости, любви. И так замечательно, что этот день, который мы при его жизни здесь собирались, замечательно собирались, я был бесконечно радостно, весело, что мы здесь вот уже как бы на другом уже уровне духовном вспоминаем его. Пусть Господь благословит всех нас, пусть этот импульс, который отец Александр привнес в наш мир, в нашу страну, он важен не только вот для нас, большого числа людей здесь собравшихся, но для многих-многих тысяч людей, которые получили вот это ясное видение того, что нас окружает, ясное видение того, что ожидает от нас Господь. Аминь. Кратко, некоторые из стоящих в этом храме знают, что у меня была большая честь и радость, и полная жизнь переграничить, может быть, главную книгу отца Александра, всечеловеческий, на итальянский, на французский язык. Но я также переградил переписку отца Павла Флоренского с своими родными из лагеря. И вот когда я дошел до страницы, которую он написал 22 января 1935 года, я заметил, что в конце дня отец Павел Флоренский вспомнил, что у него день рождения. В течение всего дня он не помнил этого, потому что ему было настолько трудно и грустно, что забыл про собственный день рождения. Вот в тот день написал замечательную страницу в своем дневнике, то есть, точнее, в письме, адресованной жене, он написал: вот сегодня день рождения, я об этом забыл. А разве я могу об этом помнить? Как мне его отмечать без вас? Это такая очень трагическая сторона его переписки с близкими. Вот в эти, может быть, минуты и родились, появился на свет отец Александр Мей. Вот интересно, что так ничего случайного у Господа нет. Вот когда один его великий свидетель фактически находился в таких страшных условиях, настолько трудных, тяжелых, что он даже забыл о собственном дне рождения, вот и появляется на свет другой свидетель Христа, вот как сказал отец Александр. И меня всегда поражает то, что, как нас учат святые отцы, мученичество – это венец. А венец – это то, что ставится уже в самом конце. То есть этим предшествует вся жизнь. Вот мученичество и есть тот венец, если перед этим было свидетельство, а это означает греческое слово «мартирос» – свидетель Христа. И человек был свидетелем через всей жизни, то он может быть достоин мученичества. Мне кажется, это действительно жизнь отца Александра, и это пример для каждого из нас, потому что бывает ежедневное мученичество. То есть, когда мы каждый день должны что-то терпеть, когда мы должны вас любить, терпеть, любить тех, кого мы, может быть, и не любили по собственному выбору, симпатии и так далее. Пусть отец Александр будет для нас примером такого стремления каждодневного, чтобы удостоиться, если Бог даст, и крайнее свидетельство, но все-таки, чтобы действительно каждый день быть со Христом, быть Его свидетелями. И неважно, священник, мирянин, молодой, пожилой, мужчина, женщина, совершенно неважно. Каждый, и каждый из нас должен призван быть свидетелем. Помоги этому нам, Господь.
Прежде чем мы пойдем в Дубраву, я хочу сделать объявление о том, какой порядок наш дальнейший сегодняшний день. Но прежде я хотел бы еще всех поздравить снова и снова сегодняшним днем. Особенно хотел бы поздравить Валентину, нашу прихожанку, с которой мы молились тогда, когда еще была здесь только одна часовня, может быть, еще и раньше. И не было никакого тепла в ней. Начиналась здесь церковная жизнь, многие помнят, вот с того места, которое было полито кровью отца Александра. И за всех вас тоже. Благотенственное и мирное житие, здравие и спасение, и во все благое посвящение подожгусты, ради твоей Валентине, всем сделанным предстоящим и молящимся, и сохрани их во многое лето. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.